Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Названы самые убыточные компании России в 2022 году. В Казахстане хотят уничтожить ипподром. Forbes провел анализ финансовой деятельности крупных компаний России за 2022 год и составил рейтинг самых убыточных. В частности, в данный список входят Банк ВТБ, Государственная транспортная лизинговая компания, Московский метрополитен, Почта России, Газстройпром, дочерняя компания Газпрома. Отличительной чертой данных предприятий является то, что они все с государственным участием. Убытки этих компаний связаны с тем, что в условиях продолжающейся борьбы с американским фашизмом во внешней политике на Украине западные страны наложили санкции с целью подрыва их экономической деятельности. Однако ряд компаний уже в текущем году вернулся к положительным значениям прибыли, отмечает Forbes. Рабочая партия России неоднократно подчеркивала, что в условиях проводимой специальной военной операции необходимо развивать производство нашей страны, повышать производительность труда, не допускать вывода прибыли за рубеж. Нужно вкладываться в обновление станков и оборудования, и средства на это у буржуазии есть, сколько бы они ни говорили об обратном. Добиться действительного развития нашей страны может только сильный организованный рабочий класс вместе со своей партией, Рабочей партией России. 22 ноября 2023 года работники ипподрома города Алматы в Казахстане в видеообращении рассказали, что собственники планируют снести ипподром. Значит, работники могут быть уволены, а страна лишится памятника исторического значения. Владелец 9 лет не занимался ремонтом ипподрома. Его состояние с годами ухудшалось. Поэтому жокей-клуб нашел нового инвестора, который договорился о выкупе. 12 ноября арендаторам, тренерам и спортсменам ипподрома объявили: нашелся инвестор, ипподром будет снесен, и на его месте будет построен высотный микрорайон. Ипподром Алматы построили в 1930 году. Объект является старейшим спортивным сооружением для конного спорта в Казахстане. Согласно данным из открытых источников, в 90-е годы ипподром вывели из республиканского государственного управления. Позднее, в нулевые, он попал в частные руки. В 2021 году ипподром вошел в государственный список памятников истории и культуры местного значения Алматы. Для успешной борьбы работникам необходимо объединиться в профсоюз, который сможет активными коллективными действиями сохранить не только место их работы, но и памятник культурного наследия, поскольку буржуазия никогда не остановится перед получением прибыли, даже путем уничтожения исторических объектов. С вами был Беркутов Марк с коммунистическим приветом из Малой Вишеры.